Всем привет! Посмотрите, какое чудо у меня появилось в доме. Это не белая орхидейка, это орхидейка белая с розовыми лепестками. Я вначале думала, что она крашеная, но она не крашена, нигде следов укола я не нашла. Она, правда, сбрасывает свои бутончики, но она, если расцветет домашним цветением, посмотрите, какая. Я ее купила, немножко подмороженная была. И хочу рассказать вам, рассмотреть эту орхидейку. Цветоносы наверняка она сбросила. Вот, последний цветоносик сняла. И осталась голая палочка. Сейчас вам покажу, какое чудо мне попалось. Посмотрите, какая корневая, богатая система. Корневая система просто чудо, посмотрите. Она такого цвета замокла, так как я ее полила вечером вчера фитоспорином. Видите, на дно в кашпо налила фитоспорин, и она напилась. Из-за чего я это сделала? Я ее решила не пересаживать, из-за того, что у нее корней много. Но она резко засушила вот два листочка. Либо они были заморожены, либо что-то с ней происходит. Но шейка у нее чистая, посмотрите. Шейка в хорошем состоянии. Даже есть растущий корешочек. Сейчас увеличим. Вот видите. То, что черненькое, но это не то, что бы я думала плохое. Вот. Даже три листочка она засушила. Затем что-то мне не нравится вот здесь на листочке. Не могу зафиксировать сейчас. По эту сторону. Что-то здесь на листочке происходит. Какой-то бугорочек. Белый, но не мокнущий. Непонятно какой. Просто бугорочек. И вот здесь. Ну, это понятно. Это механическое повреждение. Это где-то ее хорошо стукнули. А вот эти бугорочки. Непонятно, что это. Будем наблюдать за ними. Эти листочки я снимать пока не буду. Если бы она желтел листочек с серединки, тогда точно это гниль на шейке. Надо что-то принимать меры. А так как листочек сам засушился одновременно, равномерно, тогда это ничего страшного. Еще вот на листочке что-то, какое-то пятнышко. Тоже нужно понаблюдать за ней. Срезать пока не буду. Пускай она пару дней у меня постоит. Но это такое чудо, посмотрите. С этой стороны цветоносик. Сам цветочек розовенький. С другой стороны розовенький. А внутри беленький. Как сакура. Японская вишня цветет. Очень интересный цвет растения. У меня еще такого нежного цветка не было. Когда он расцветет, я вам покажу. Как он цветет. Сейчас попробую снять эту табличку. Может быть, там сорт напишут. Я думаю, чего я не могу подорвать эту ценник. А они его скотчем мотали вокруг. А я дергаю, оно не снимается. Сорт не написан. То есть, если кому известен этот сорт. Вот такая табличка здесь, но она ничего не говорит, ни фирмы, ни производитель, ничего не написано. Кто, может, знает этот сорт орхидейки, напишите, пожалуйста. Любопытно узнать название. Может, кого-то уже есть. Правда, по таким вялым цветочкам вряд ли можно установить сорт орхидейки. Но попробовать можно.
Может, кто-то узнал в этих цветочках свою орхидейку. Я ее купила вот за 100 гривен, уценили. Это не очень дорогая орхидейка получается, с такой корневой. За 100 гривен орхидейка. Это шикарная. Лишнюю жидкость я солью, оставлю ее в кашпо, и она будет у меня в этом кашпо на окошке. Еще нужно будет ее протравить от вредителей. Здесь хочу посмотреть, или листочек растет. Нет, еще листочек. Ну, стволик тоже в хорошем состоянии. Неплохая орхидейка. Посмотрим, как она будет развиваться и когда она мне новый цветоносик даст. А также вместе с той орхидейкой мне попалась еще одна орхидейка. Посмотрите. Эта орхидейка полностью вывалилась из горшка. И торчали два корешочка поверхностных. И тяжи были. Без виломена. А посмотрите, какой сорт. Это у нас каменная роза. Бутончики она сбросит. Пусть еще немножко подцветет. Может быть, я даже срежу ей цветонос, так как корневая в очень плохом состоянии. Я ее посадила в такую систему. На дно горшка я насыпала перлит и сверху обложила мхом, который я собирала в лесу. Как я собирала мох, у меня есть видео, какой мох. И вот в таком состоянии моя каменная роза будет жить теперь у меня. Мне ее так жалко стало, я как увидела каменная роза. Как же я не возьму? Тоже 100 рублей. Хуже состояние, чем то, но это же сортовичок. Это же красота. А сейчас немного полюбуйтесь на мои другие орхидейки. Это все о плохом, о плохом. Надо немножко о хорошем. Это Сакраменто. Красавчик. Смотрите, как он красиво цветет. Тоже с розовиночкой. Интересный такой. И не белый, не розовый. С переливом таким. Ну, смотря под каким углом его снимешь. Он даже и зеленушка отдает немного. Вот с этой стороны зеленоватая. Это его домашнее цветение. Ну, то есть со старого цветоноса он пустил новые веточки. И начал продолжать цветение. Посмотрите, какое сильное растение. Это оно у меня уже росло и росло. Поверхностные корни воздушные. Вот корешок пускает воздушный, прямо возле цветоносика. Он еще один корешочек лезет. То есть, если он пустит еще воздушные корни, можно отделить это растение, так как оно уже большое и будет переклоняться на бок. И с пенечка будет давать деток. Так, посмотрите, какая корневая. Дикий кот вечно цветом. Он продолжает свое цветение. Он не собирается сбрасывать. Третий цветонос выпустил. Все ему нравится. Горшочек с фитилем. Это помощник по моим орхидеям. Он в орхидеях все знает. Он умный котик. Все понимает, все делает как надо. Вот. У них не сбрасывает никого, он их любит. Орхидейный кот. При покупке новой орхидеи он каждую обнюхает. Должен познакомиться с новой орхидейкой. Греется тут на окошке тепло, радиатор. Вот эта красивая орхидейка расцвела всеми цветочками.
Смотрите, какая нежная, аккуратная орхидеечка. Очень красивая. Здесь в уголочке она у меня стоит. На углу окошечка. Корни у нее замечательные, листочки небольшие. И сама она нежная. Очаровашечка такая. Мы тебе с молочком можем со сливками сделать полочку. Сантиметров 6, наверное. Можем капучино себе сделать. А когда все цветочки расцвели, очень красиво смотрится. Фиолетовая красавица расцвела в 2 цветоноса. Распустила свои цветоносы в разные стороны. Розеточка тоже небольшая у нее. Аккуратненько. Дендробиум очень красиво цветет. 5 лет не цвел, наконец-то распустил свои прекрасные цветочки. Вот эта орхидеечка замечательно себя чувствует. Все ей нравится. Она плотная, восковая. Вот еще один цветочек она распустит. Она в корзиночке растет. Закрытая. Получается, корни не освещены, но она очень хорошо себя чувствует. Подвесили корзиночку к потолку на крючки и другие цветы. Вот подвешены, очень хорошо смотрится. Просто винчен крючок в деревянный потолочек. И висит на веревочке такая корзиночка. Вот миленький, какой расцвел. Закончил уже цветение. Мельтония. Посмотрите, как красиво, пахучая. Она очень сильно пахнет. Такой маленький цветочек, но ароматный на всю квартиру. А здесь рыженькая орхидейка расцвела. Посмотрите, какая она замечательная. Сейчас вам покажу ее. Посмотрите, какая рыжулечка. Рыжулечка, красотулечка. Камера, конечно, свет не передает. Сейчас открою жалюзи, может, передаст. Не передает. Она такая рыженькая, рыженькая. Замечательный рыжий цвет. Как же вам показать? Вот какая она красавица. На фоне зеленой листвы. Она очень замечательно смотрится. Наверное, у нее есть название. Корневая у нее хорошая. Она очень много цветет. Посмотрите, сколько сухих цветоносов. Вот она еще цветунья выпустила, 2 цветоноса. Смотрите, какая замечательная орхидеечка. Название не знаю. А вот какая замечулечка. Красотулечка. Тоже цветунья. Цветоносы только успеваю отрезать. Посмотрите, какой она выпустила свежий цветоносик. Замечательный букет получился из 4, 6, 7 цветочков. И один еще вон распустится. Вот эта орхидейка тоже очень замечательно смотрится. Посмотрите, желтенькая. Какая сказочная. У меня есть другая желтенькая, но она в данный момент не цветет. У меня там малиновый язычок, а здесь коричневый язычок. Очень красиво это видно. Котик немножко зубками попробовал. Она в корзиночке такой посажена. И хорошо себя чувствует. Тут он напускает корешочки. Замечательное растение. Цвет желтый-желтый. Сочная такая, плотная. Вот она тоже выпустила 2-й цветонос. А здесь, посмотрите, какая прелесть расцвела. Вот эти вот, как жучки, видите, как она сделана. Прерывистая орхидейка. И заканчивается вот этим цветом. Ой, она такая красавица. И посмотрите, это ее 2-е цветение. Смотрите, сколько было цветоносов. Первый раз она своим, ну, магазинным цветением цвела. Вот она уже их засушила. А это настоящее цветение. И сорт не перебился. Тот же сорт, который был в магазине, такой сорт. И цветет домашним цветением. Она плотная. Восковая, как жучок внутри. Мне так нравится. Она вообще супер орхидейка. А это гидрогели, тоже орхидейка растет. Я забыла, как она называется. Танбасия или какая, не помню. Не буду вас обманывать, но она очень долго вот так растет.
И зелененькая замечательно выглядит. Это царство орхидеек. Здесь и зеленая зона неплохо себя чувствует. Вот так вот по потолку идет. Фикус красивенький. Уголочек отдыха. Это лиана. Лиана вроде бы аккуратненькая, вдруг она пускает корень и расползлась по потолку. Красота. Ну, часы такие у нас. И рыбки, как же без них, красавица. Без них нельзя. Я беру с аквариума рыб, водичку. И поливаю свои любимые орхидейки. А для того, чтобы мои орхидейки росли, рыбки, конечно, стараются, помогают мне в этом. Они мне делают удобренную воду. Спасибо всем за внимание. Оставайтесь вместе со мной. До новых встреч! Смотрите, красивые. Рыбы в дельфинарии. Это океанариум. Смотри, какая красавица. Угу. Они позируют мне. А там уже открыто. О, какая красавица. Вот эта с шапкой, да? Угу. Одесский дельфинарий. Сейчас, наверное, не так часто. Красивый.